позиции штрафа, с позиции, ну, карательного органа. На, в моем понимании, государство и бизнес, они должны быть партнерами. У меня тоже есть что сказать. Меня зовут Исмаил Рустам. Здравствуйте, Рустам Нургалиевич. Здравствуйте, участники совета. Меня зовут Исмаил Рустам. Я являюсь руководителем Академии футбола «Витязь». Мы занимаемся развитием детского спорта. Уже несколько месяцев мы пытаемся запустить свой проект и просим оказать содействие его реализации на территории Республики Татарстан в государственных садах и школах. Мы обратились к министру спорта Республики Татарстан Вадиму Александровичу Леонову. Он нас поддержал, за что ему благодарность, и написал письма главам муниципалитетов о рассмотрении данного проекта и его, и помощи его реализации на их территории. И тут мы просто остановились и столкнулись с административным барьером. Никто не хочет ничем заниматься, руководители образовательных учреждений нас не хотят слышать, говорят, решать вопрос главы муниципалитета, а до глав муниципалитета просто не достучаться. Мы уже более полугода не можем записаться на прием. Это кроме Казани, благодарен Ильсу Раисовичу, благодаря ему небольшой толчок у нас произошел в Казани, но все-таки все тормозится. Однако, как ни казалось бы странно, на территории Республики Башкортостан нам удалось запустить проект в течение месяца. А в родной республике мы это сделать не можем. Я, кроме того, что занимаюсь детским спортом, являюсь еще... Не смогли бы вы назвать районы, куда вы обращались? Их я не буду принимать просто, этих глав. Вот там, куда вы обращались и где не нашли понимания. Вот Асхат Ахметович здесь, он график мне делает. Мы просто этих глав полгода не будем принимать. Это почти все, кроме Казани, как я вам сказал. Значит, полгода только Казань.